продолжаем рубрику «Я привился». Это такой дневник наблюдений нашего коллеги Сергея Григорьева. Вчера он поставил второй компонент спутника, и сегодня чувствует себя неважно. Поэтому работает из дома. Сейчас Сергей на прямой связи со студией. Сергей, ну расскажи, как самочувствие? Самочувствие сейчас уже лучше, хотя сутки до этого день, ну, было 38. 38 градусов. Я напомню, что я ставил прививку 15 января первую, и через 21 день поставил вторую. Вот после первой было 37,5 и легкая слабость. Я тогда, возможно, немного даже преувеличил, когда говорил, что тяжело и трудно, потому что после второй вакцины, после второго компонента оказалось гораздо тяжелее. Все по-прежнему ломота в теле, в общем, все симптомы гриппозные. При этом температура 38 и болит место прививки. Как долго продлится это у меня вообще, врачи обещают, ну, максимум 3 дня вот такое состояние. Но я очень надеюсь, что получится встать на ноги чуть быстрее. Опять же, вот об этом состоянии врачи меня предупреждали, поэтому можно было быть к этому готовым. И вновь все советуют пить больше воды, сбивать температуру, если она слишком высокая, 39-40 и выше. Ну и терафлю и прочее, что-то, с помощью чего можно, ну, парацетамол, с помощью чего можно сбивать температуру. Это все, что нужно делать. Больше никаких специальных каких-то побочных эффектов я на себе не ощутил, и очень надеюсь, что скоро окажусь снова на работе. Вика? Сереж, скажи, пожалуйста, ты когда шел ставить второй компонент спутника ВИ, с какими-то проблемами в своей поликлинике, может быть, столкнулся или все прошло как по маслу? Нет, проблем нет. Вакцина была, очередей не было. Единственные небольшие там операционные штуки, не в тот кабинет сначала я попал, потому что меня не предупредили. Но это мелочи. По большей части врачи, я думаю, что уже этот процесс вакцинации отработали практически во всех поликлиниках. Ну, по крайней мере, моей. Спасибо, Сергей. Мы желаем тебе скорейшего выздоровления. И на связи, напомню, был Сергей Григорьев и его рубрика «Я привился».